16 тура. Санкт-Петербургская «Динамо» чувствует энергию 1-1. Новым главным тренером турецкого «Золотого сарая» стал Роберто Манчини. Итальянский футболист подписал с стамбульской командой контракт на 3 года. Напомню, что предыдущий наставник «Золотого сарая» Фатих Терим был уволен после его поставки в неделю. На этом охоте пока все. Народа Сатимон не могло натравиться на многообразие.